Пантеон, Новый год! Признавайтесь, сказали застолья на фигуре. Как восстановиться и похудеть, узнаем у мичан. Кататься на лыжах в Лапландии северным оленем. Но вообще, если честно, я не толстый. Будем бегать, прыгать, в снежки играть, наверное. Худеть! Мы тут работаем, а не едим. Вы едите прямо печенька. Сейчас. Я вас ловила! Что уже, есть так есть, гулять так гулять. Ммм, как вкусно. Имбирно. Танцы? Танцы! Давайте. Опа-па! Я чувствую, у меня аж горят жиры. Ммм! Это настоящие сосиски? Сколько можете за новогодним столом съесть? Максимум тарелки две. Тренажерные залы в помощь. Бег, просто бег. Вы бегаете? Нет. Не кушать, нет. Вообще? Да. Это ж новогодняя ночь. Только чай. Только чай можно? Только чай. Поели, идете гулять. И все, и сразу все проходит. Вы вообще такие задаете вопросы странные. Ну. А если уже поели и объелись? Тогда не встречаете Новый год. Как-то грустно. Да. Нужно в баню, мне надо в баню пойти. Протопленную баню, чтобы с вас сошел 10-й пот и выгоните свой лишний сразу, килограмм. Да? А еще мы вам специально занесем велодорожку такую, по которой бегать надо. И прямо в центре прям бани в бане. Будете держать. Все, пошла я в баню. А приседания? Может быть и приседания. Давайте начнем прямо сейчас. Можно позволить себе немножко это добавить, да? Конечно, с Нового года, Новый год. Начать есть наши булочки. Поэтому вы показали свои булки. Вышла Анжелика на улице Минска похудеть после Нового года. О, да, булку ест. Вы серединку пробуйте, тесто потом попробуйте. Я люблю тесто. Как перестать есть? Да, вот это пастилушки. Это делается. Пастилушки. Да. Это делается из натуральных ягод. Жирок, чтобы тепло. Чтобы было. Теплее было. Вот и я так всю жизнь говорю. Просто не входить в это состояние сильно, а находиться на так до серединки. Не надо наедаться сильно. Можно хлеба не есть, пирожных поменьше. А может, ну и не надо. Конечно, не надо. Конечно, не надо. Я думаю, на Новый год надо кушать и кушать и кушать. А потом это все. Просто ходить, да. Просто ходить? Конечно. Ну, я на велосипеде катаюсь. Помогает? Да, очень сильно. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. На этом моя смена окончена. Отличного настроения вам и прекрасной зимы. До встречи на улицах Минска.